Рост гибели людей на пожарах просто ужасает. 15 марта в 33-м микрорайоне из-за возгорания погибла пенсионерка. Когда на место происшествия приехали спасатели, женщина еще дышала. Однако медики не смогли ее спасти. Известно, что ангарчанка любила покурить в постели. Ситуацию с гибелью и травмированием людей на пожарах в Иркутской области можно назвать критической. С начала этого года в Приангарии по вине взрослых погиб 21 ребенок. Зачастую родители оставляют своих детей без присмотра. За последние дни с 12 марта зарегистрирован резкий скачок пожаров и, к сожалению, гибели на них людей. В связи с данными событиями подразделения пожарной охраны переведены на усиленный вариант несения службы. В настоящее время мы со всеми взаимодействующими структурами проводим мероприятия по посещению многодетных семей, также семей, находящихся в социально опасном положении. В результате сотрудники МЧС продолжают подворные обходы домов частного сектора. Но, к сожалению, это помогает далеко не всегда. С начала года зафиксировано без малого 1100 возгораний, погиб 61 человек. В основном трагедии случаются из-за нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей. Утром в понедельник в Усть-Удее в огне погибли трое взрослых и четверо детей. В январе текущего года в данной семье в месте проживания был установлен автоматический пожарный извещатель, который при работе подразделений подавал сигнал срабатывания на задымленность. Но почему взрослые не проснулись, не приняли меры к спасению себя и своих детей, пока непонятно. С этим будет разбираться следствие. Для того, чтобы уберечь себя и своих близких от трагедии, необходимо удостовериться в исправности отопительных систем и электропроводки, установить автономные пожарные извещатели. Особо важный пункт – не оставлять детей одних. Ангелина Борисова, Альберт Домнин, Новости 360, Ангарск.